make the ground shake. Безопасное место, хер он ко мне попёрся. Пока. Мне это не нравится. Так, косу это дело. Образом он меня заметил. Пошел вон! Сидеть, пока он не перестанет дышать, то ли что еще. Как я в него привыкнуть? Ушел он, не ушел. Щемим! Щемим! Бля, щемай! Щемай! А, беги! Беги, лес, беги! Беги! Блядь, беги, 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 куда бежать? Ай, куда бежать? А, сюда! Уже где здесь прятаться? Где прятаться? Бля, 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 бля! Ааа! Иди! Уйди! Уйди! Пошел нахер от меня! Уйди! Я тебе не дамся! Что это с ним? Тебе плохо или как? Нет, уйди! Смотрите. Вот там так и стоит.
А, сюда мне надо было. Боже. Беги! Ага, боже. Беги, лес. Какого черта сюда пошел? А, да! Где? Персонажа, походу, плохо. Так, Уллер, это было последнее, что толстый кусок плоти и крови сказал перед тем, как заползти в мое сознание, появился в моем уме и снова-снова пытался разорвать меня. Это было, в конце концов, что единственным способным бандюей, которым он подвергался. Что? Вот получается, кто за нами гнался, вот это вот и есть. Это чувак. Уиллер. Так. Новая загрузка. Ну, честно говоря, что-то не очень похож на то, во что вы превратили, в конце концов. Ладно, конечно. Нихера себе ты упал, мужик. А сейчас эта херня сверху прилетит, смотри. И все, и гамовер. И где это я? Ты жив сейчас, он с вами снимет. О, where am I? Не знаю, где ты, мужик, я тебя спасал только что. Черепа. Похоже, знаете, как... О! Здрасте. Я, походу, здесь не один, кто сваливался сюда постоянно. What is this place? Я без понятия, мужик. Темно, как в сраке. Мне хоть фонарь дадут, нет? Нихуя нет такого. Нет. Опачки. Здрасте. Фонарик. Наконец-то. Какой-то налобный хоть какой, дай фонарик. Ну ты одевать его будешь, нет? Красавчик. Как его вырубить? F? E? D? E! Вот постоянно включенный фонарик меня вообще не радует. Куда его теперь? Как вырубить фонарик? Ни хера не работает. Shift не работает. А, ну походу... По ходу игры будем разбираться. Так. Это у нас что? Очередной лабиринт. Поехали. Но если честно, свет такой, лучше бы вообще не было. Я тут ни хера тогда не вижу по бокам. Это мало смущает и пугает. Надо повертеть. А, записка. Я достиг комнаты без входа и выходов. Я в бешенстве, я начал вертеться и изучать окружающую обстановку, искать источник того звука, который существовал только в моей голове. Эта мелодия была словно страдание, которое медленно начинало унижать меня, вводить к безумию. Безумие, пришедшее из глубины, полностью доверяя своим инстинктам, я начал отчаянно молотить кулаками по бетонному полу. Постепенно, один удар за ударом, кусочки стали откалываться, открывая туннель. Только сумасшедший отважился бы проникнуть за территорию, которую сама доктор бросила по какой-то причине. Но мне не было выбора. Понятно. Ну, дальше. Я сказал, что походу записка нашего предшественника. Идем, 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 идем. Так, интересно, вот эти трубы к чему они ведут? И куда? И что я застрял? Куда, интересно, ведут? Блять, и куда? Никуда не пойду. Так, тогда пойдем направо. Ну, сейчас, походу, не очень страшная игра. Но интересная. И что это? А, вентиль надо, походу. Окей. Или какой-то ручник. Еще какую-то причебачку. Вот эти почки напоминают мне радиоактивные бочки из Half-Life. Первого, по-моему, второго уже не было.
такие самые валялись повсюду. У них еще жили такие полуящерицы, точнее полукрокодилы, полупойми хер что, которые харкались. Опа, вот видите. Хватит. Ага, забирай. Что это такое? Какой-то камешек. Или яйцо что-то. Что-то мне это, эти звуки как-то вообще не радуют. Так. Походу надо вентиль повернуть, чтобы там вода поднялась. Это обрыв. Или просто пол поднимется. Почему бы нет? В этом безумии я уже ничего не удивлюсь. Так. Опа, вот предметы. Ага. Ну возьми ты его. Покрутим. Отлично. Да, точно, вода. Поехали. Если это когда он моргает, то он так, наверное, сохраняется? А что возможно, кстати? Потому что моргает он не часто, а в тех моментах, когда, типа, как что-то произошло или что-то случилось ключевое. Нет, под водой не будь. Вырезай. Ух ты, красиво вырезай. Ты смотри, я думал, тут просто, типа, будет подъем по лестнице. А здесь прям подтягивание, вся фигня. Ну, если, конечно, увидели. Это что? А теперь нам, походу, нужно спустить воду. Потому что под водой нас не умеет дышать, правильно? Хе. Сейчас проверим. Или мы найдем какой-то дыхательный аппарат. Так, вдали от других туннелей я наткнулся на странную комнату. Это был банкетный зал перед камерой с дверью сзади. Это было странно, хотя мой желудок по-прежнему крутит всякий раз, когда вспоминаю ту картину, которую я пишу, я должен сказать, что испытывал чувство облегчения. Сколько времени прошло с тех пор, как я наткнулся на что-то бесполезное, безболезненное? Прямо перед моими глазами на грубом деревянном столе присутствовали следы заброшенного банкета, множество останков, а теперь абсолютного количества гнилой еды. Все эти отходы были покрыты густой жидкостью, которая похожа на слюну животных, которая выделяла отвратительное зловоние. Это было невыносимо. Не было никаких ошибки. Эта еда была выложена для того, чтобы или для чего-то прожорливого нечеловеческого. Понятно. То есть нам сейчас описывают монстр, который будет с нами мараться. Так, походу, да. Походу мой персонаж умеет лезть под водой, и мы должны каким-то образом переплыть. Или там просто мелкий переход. Ну, сейчас попробуем, я не знаю. Так, задерживаем дыхание, поглубже вдыхаем и поехали. Дальше надо быть. Пошли. О, тут же сухо, наконец-то. О, я думал, это окно. Чё? Поехали. Как здесь фонарик вырубать? Меня это смущает. Точно сохранение. Так, ладно. Вентиля. Типа, тут вентиля должны быть на месте. Все, проверим. А хер раз два. Погоди, где-то я появился. Если я... То есть, получается, я сверху появился, пошел направо, вентиля нету. Там какая-то была перегрузка, давайте проверим. Если я карту правильно понимаю. Та-ра-та-та, та-ра-та-та-та-та. Да не, вот метка, это ж я, по-моему. Хер. Так, идем. Что-то я в конец запутался. Карта вроде бы простая, что-то нихера не понятно. Твою мать. Опа, тут должен быть ветер.
Или это мне дают изучить карту для того, чтобы потом со мной будет гонять с ума. Так, давайте запомним, где можно спрятаться. Там, в том вентиле, это окей. Долго падать не буду за этим. Окей, в том вентиле можно... То есть, точнее, в той трубе можно спрятаться. Видите, что загорелся. Это она находится вот тут. Запомним. Потом, где еще можно спрятаться? Так. А, вот вентиль, окей. Записка. Эксперимент 11, день 1. Третья обработка препарата готова. В отличие от предыдущих вариантов, степень и продолжительность повышения аппетита увеличилась втрое. Я начну дозирование на пациенте 1201 сегодня вечером. День 2. Сейчас раз я должен сосредоточиться на растяжках, появившихся у пациента в результате быстрого роста жира. Уже было два случая разрыва живота во время последних экспериментов. Вполне возможно, что 1201 получит обширные повреждения в связи с насыщением насыщенностью препарата. День 23. Это удивительно. Повторные дозы препарата вызвали у пациента чрезвычайный аппетит, который повредил его более высокие функции мозга, такие как речь и рассуждение. Это как если бы его основные инстинкты взяли бы над ним контроль, таким образом нарушая его волю. Так, погодите, я не хочу брать это ерунду, потому что, походу, сейчас это жирная тварь на погонится. Давай честно еще посмотрим. Вот еще где можно съебаться. Понял. Ебаные звуки. Ага. А сюда нас хуй тупусят. Окей. Фух. Я уже не знаю, что я сейчас увижу. Пустого колясочника. А. Я его просто возьму. Окей. Никуда стекли, правильно? Так, стоп, а там у нас что? Там пропасть, это выстрелки. Пойми, что, блять, эти штуки-то просто пиздец. Пошел нахрен. Где труба? Где моя труба? Где моя труба? Круга. Так. И чё? И где он? Да залезь ты, во. Насколько я понимаю, я его должен слышать, когда он идет. То есть чувствует, точнее, он будет шататься у меня экран. Блять. Дать попробуем. Бля! А, иди нахер! Так, вот он идет, я спрятался. Фонарик выруби! Он меня сожрет. Так он зеленый? Так, он пошел туда, значит мы сейчас можем налево пойти спокойно. Ебать он огромный. Бегать не может, интересно. Потому что если он умеет бегать, это просто пищать.
тут что? Да какого хера? Блядь, где мне последний вентиль брать? Давайте еще раз сюда прогуляемся. Так, выдохнули. Так. У меня уже время закончилось, но я хочу закончить эту уже серию пройденным монстром. Блять. Куда его? Еще раз трубу. Я вроде бы его не слышу. Или там второй был рядом с теми, бля. Если это так, то это просто пиздец печально. Ага, я увижу. Беги, Форест! Беги! Бля, сука. Блядь. Залезай. Фух, так. Чё у нас там? Блюдок. Бля. Ну это может быть долго, еще пошли проверим. Вроде не слышу. Ты, блядь, ниндзя. Блядь, вот где это искать? Нет. Тьфу, мать, где второй такой ебень искать? Я лучше не буду. Мне сюда надо прыгнуть. Давайте попробуем. Точно. Понятно. Понятно. Так. Это что? Ключ от того комнаты. Все, понял. Так. Ну, думаю, на этом серию мы сможем закончить. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, делитесь этим видео. И ждите следующей серии. Всем пока.